студии духовно-эстетического развития «Добрый город» был создан на базе библиотеки филиала номер 3 города Кумертау. За время работы, а это чуть больше 3 месяцев, она стала настоящей мастерской по изготовлению картин из бисера. На сегодня из работ оформлена большая выставка. Мастера приглашены на торжественные мероприятия по подведению итогов проекта. Мне хочется выразить слова огромной благодарности как авторам проекта. Автором, кстати, является Советова Марина Сергеевна, работник Центральной библиотеки. Она уже автор 2-го проекта. Это огромная благодарность всем тем, кто участвовал в этом проекте и вложился в него. И я желаю им всем здоровья, счастья. Пусть также продолжают делать мир краше, занимаются прекрасным, занимаются творчеством. В проекте приняли участие пользователи библиотеки филиала номер 3, представители клуба инвалидов «Элохимы», воспитанники воскресной школы Иоанна Пречеченского соборного храма и активисты клуба «У самовара». Здесь не было никаких ограничений по возрасту. Объединил проект и людей разных национальностей. Многие именно здесь научились вышивать, открыли много нового и интересного. Работа перед каждым стояла ответственная и серьезная. Самые маленькие участники вышивали на свободную тематику, взрослые взялись за создание икон. Впоследствии все работы были освещены. Более многому научила меня и моему внуку усидчивости, терпению. Силы воли вырабатывает. Многие работы уже побывали на международных, всероссийских и республиканских конкурсах и завоевали призовые места. Дипломы победителям были вручены в ходе мероприятия. Также все участники получили сертификаты о прохождении курса обучения в студии. Одна из лучших работ мастериц передана в дар в храм. Это дело, мне скажите, чтобы я помолился об этом человеке за такую прекрасную икону. Тут я не знаю, сколько нужно молитв вознести ко Господу. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.